Еще один момент. Константин Алексеев мог отличаться, по-моему, это он был. Но в итоге не получилось. Не получилось у Сибири удвоить цифры на табло. Персли оставляет Турасону. Ждет Турасон, пока партнеры расставятся. Бросок от Сибири. С этого повтора очень тяжело сказать. Еще раз, если действительно наброс был, это не был бросок в чистом виде. Там на пятаке был и Алексеев, там был и Энлунд.